текущем году региональной прокуратурой выявлено уже порядка 19 тысяч нарушений в сфере соблюдения прав и свобод гражданина. Часть нарушений на совести недобросовестных работодателей, которые не выплачивают своим сотрудникам зарплаты и пособия. Показательный пример – несоблюдение права на оплату труда предприятия «Зернопродукт». К 1 июля 2013 года задолженность мукомольного комбината перед своими сотрудниками составила 1,5 миллиона рублей. После принятых мер прокурорского реагирования сумма задолженности снизилась и к середине месяца составляет уже 700 тысяч рублей. После прокурорских проверок прокурором Советского района в суд было направлено 142 заявления о взыскании имеющейся задолженности. Руководитель был привлечен к административной ответственности за нарушение трудового законодательства и было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. На сегодняшний день задолженность на данном предприятии уменьшилась вдвое.